Герои мультфильмов, сказочные персонажи, украшения из популярных серий «Дружба народов» и «Цирк» — это лишь небольшая часть огромной коллекции антикварных елочных игрушек, которые собрала жительница Витебска. Выставка работает в Музее истории частного коллекционирования. В экспозиции 500 крупких экспонатов 30-х, 60-х годов прошлого столетия. Марина Романовская побывала на новогодней ретро-выставке. «Белые медведи», летчик полярный, член экспедиции в шлемофоне, якуты. Все это касалось освоения севера. Сколько новогодних елок можно украсить игрушками из этой ретро-экспозиции, сложно даже предположить. В коллекции Натальи Ковалевой более 3000 хрупких экспонатов. В каждой игрушке, кроме праздничного настроения, отражаются самые значимые события прошлого века. Елка была очень динамичной и очень отзывчивой на реалии времени. Как только что-то происходило в стране, оно моментально отражалось в елочном производстве. Герои мультфильмов, сказочные персонажи, украшения из популярных серий «Освоение севера», «Дружба народов», «Цирк». Игрушки создавали из самых разных материалов. Одни из самых редких, выпущенные в годы войны, сделаны из ламп, медицинских колб и ампул. Чтобы собрать многотысячную коллекцию, понадобилось приблизительно 8 лет. Большинство игрушек в руки коллекционеру попадали совсем не в праздничном виде. Пришлось освоить тонкости реставрации. И здесь, рассказывает коллекционер, главное подключить фантазию. Тогда реанимировать ретро-экспонат поможет даже обычный лак для ногтей. Много времени понадобилось, чтобы подарить вторую жизнь участникам парада Дедов Морозов. Иногда, рассказывает коллекционер, лица буквально приходилось восстанавливать по миллиметрам. В Витебск новогодние волшебники приехали из разных городов. К примеру, этот дедушка из Кишинева. Сделан он из папье-маше, и был он в очень таком неприглядном состоянии. Пришлось мне ему недостающую часть носа нарастить. За 8 лет моей вот коллекционерской работы, увлечения, вот я видела всего дважды вот таких дедов. Красивое хобби позволяет не отставать и от модных новогодних тенденций. К примеру, в этом году на елке Натальи Ковалевой преобладают игрушки золотистого цвета в честь символа Нового года – желтой собаки. Сколько елок можно украсить игрушками из ретро-экспозиции, не знает даже сама коллекционер. Но не сомневается, их точно хватит, чтобы поделиться праздничным настроением. Марина Романовская, Александр Петровецкий, агентство теленовостей «Витебск».